Так, записываю видео. Сегодня 20 число, 4 месяц, апрель 2023 года. Вот на фотографии вот это вот поражение ипритом, каплями иприта, нанесенное мне краматорскими спецслужбистскими отравителями 8 числа апреля 4 месяца 2023 года. Этот снимок сделан на второй день. Это снимок за 10 апреля. Вот через два дня, вот какие прошли проявления иприта. Это первый снимок. Вот второй снимок, это все места они, этих брызг. Они были не в одном месте. И вот третий снимок, вот эти поражения. Это все через два дня, 10.04. Поражение было нанесено 8.04. Смотрим далее. Далее, вот уже поражение. Это уже у нас 14 число. Вот какие поражения. Действие яда прогрессирует на 14 число. Это на 15 число. Вот такие поражения пошли. Ну, а на 20 число я снял видео. Дальше продолжение будет видеозапись. Так, снимаю видео поражения отравляющими веществами, брызгами аэрозольными, нанесенные мне краматорскими отравителями, спецслужбистами украинскими, нанесенные 8 апреля 2023 года это. Вот здесь вот это основные поражения, вот самые глубокие. Это уже пошла мелочь, это уже пошло распыление мелких частиц. А вот самые глубокие вот капли, где были массивные вот поражения отравляющего фосфорного вещества иприт. Это было сделано рядом возле моего дома, между 5-м и 3-м домами. Я живу в 9-м, следующем. Вот спецслужбистские отравители вот такой вред моему здоровью нанесли. Очень сильный. Мало того, что это повреждение тканей, кожи, так это еще повреждение внутренних кровотворных органов и самой крови организма произошло. Вот такое вот сегодня, значит, 20 число, 21.04, я снимаю это видео. К этому видео будут приложены фотографии, как выглядели эти раны в первые минуты попадания яда. Этого всего не было. Это уже произошло поражение. Поражение вот этого яда иприт. Все как по книжке. Можете погуглить, почитать. Все вот вот это вот. Такие поражения. Это при всем при том, что я успел еще в первые минуты, несколько 10 минут поражения, я успел обработать его дес-средством. Если бы я этого не сделал, то я бы умер. Вот такие мрази эти краматорские украинские спецслужбистские отравители.